Центр допускной подготовки Московского района был создан в 2011 году. Вот, уже он функционирует 7 лет, скажем, да, 8-й год. И целью центра является подготовка юношей 10-11 классов к службе в вооруженных силах Республики Беларусь, а также патриотическое воспитание молодежи призывного возраста. Есть учебная программа для учащихся 10-11 классов, которая предусматривает как теоретические знания, так и практические умения и навыки. Например, одной из тем таких занятий является огневая подготовка. То, что вы вот сейчас наблюдаете у нас на огневом рубеже. Учащиеся 10 класса впервые находятся в тире. Они сегодня прибыли к нам в Центр допускной подготовки первый день. Обучение проходит 6 всего учебных дней, поэтому как раз у них первый день сегодня занятия по огневой подготовке. Упражнение 10 метров. 5 выстрелов, оружие простое, пневматическая винтовка. Кроме огневой подготовки, занятия наши предусматривают строевую подготовку, тактическую подготовку, радиационную, химическую, биологическую защиту. Изучаем историю вооруженных сил. В нашем центре обучаются все 35 школ и гимназий Московского района. Все 35, повторюсь, это общее количество юношей и девушек. Юноши у нас это допризывной подготовки изучают, а девушки медицинскую подготовку. Поэтому общее количество 2750 учащихся. Из них 1350 это юноши 10-11 классов. В 10 классе они к нам прибыли на 6 дней для того, чтобы освоить в большинстве своем теоретические сведения получить. А уже полученные знания применяют на практике, и они в 56-м полку связи на учебно-полевых сборах. У нас есть приказ министра обороны, соответственно, с которым 56-й отдельный полк связи закреплен за Центром допризывной подготовки Московского района. Проводить практические занятия в июне месяце в 56-м полку связи нам помогают офицеры, сержанты 56-го полка связи, потому как одновременно у нас на сборах находится порядка 250 человек. Кроме занятий по допризывной подготовке, мы еще в рамках района работаем как бы с детьми, которые требуют особого педагогического подхода. Так сказать, ну, трудные дети, которые состоят на различных видах учета. Для таких детей тоже в июле месяце мы организуем на базе этого же 56-го полка связи лагерь с круглосуточным пребыванием. Здесь же задействована администрация Московского района и управление образованием Московского района. Ну, то есть как бы все стремимся для того, чтобы помочь вот этим детям.